Всем привет, с вами снова Женек, и сегодня мы продолжим проходить игру Sheepdog & Wolf, и на очереди у нас уже 7-я серия по счету, по-моему, и у нас осталось всего лишь 5 овец, и не буду я долго тут стоять, а погнали скорее проходить его. Так, в предыдущей серии Дофитак показал новое устройство, точнее, новую возможность комбинировать вещами. То бишь, мы брали уточку, привязывали туда магнит. Так, сюда. Нет, этот уровень пройден. Привязывали салат, магнит и тому подобное. Так, до 12 уровень. Погнали. Так, что это у нас тут? Лабиринт какой-то. Интересно. И какие-то привидения непонятные. Ладно, будем смотреть. Так, сразу почту берем. Угу. Что это? Что это такое? Не понял. Как посмотреть-то? Это... Так. Что это такое? Пылесос для призрака. Так, хорошо. Так, нас ожидает лабиринт. Так, подожди. Что это такое? Блин. О как. Ага, значит, надо собирать батарейки и тем самым... И тем самым мы активируем пылесос. И засасываем туда. То есть 5 батареек на одного призрака. Интересно. Так, вот этого давайте сейчас. Так или нет? Давайте вот этого. Так. Это что мы взяли? Что это такое? Блин. Я не понял, что мы взяли. Ну, ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все заново. Ну ладно, сейчас мы быстренько, я думаю. Быренько пройдем тут. Ой, тю-тю-тю-тю-тю-тю, блин. Не очень нравится такой вид сверху. Ну да ладно. Ай. Да ё-моё. Сейчас засекут. Так, что это такое? Что мы надули? Овцу, что ли? Так. Иди сюда, блин. Иди сюда. Отлично. Так, и куда нам ее нести-то? Thank you.
готов. Почта. Так, нам нужны еще батарейки. И не потерять овечку бы. Я так понимаю, это надувная овца. Все же. Так, хорошо. И как нам его пройти? Ой, блин. Он никуда не уходит? Я так понимаю, нет. Это что? А, о как. Мы переоделись в призрака. Прикольно. Наверное. Так, и чего? Его можно будет напугать? А, да, все нормально, да? А как нам овцу туда пронести? Все, он не пугается. Блин. Значит, может дальше батарейки. Не знаю. Сейчас мы это и узнаем. Так, что у нас тут? Не поймешь, что написано. О, господи. Я что-то не видал там их. Значит, надо опять переодеться. Ты должен танцевать, как мы, если хочешь, чтобы тебя приняли. Делай то, что и другие. И просто войди в ритм музыки. Мы сейчас будем танцевать как призраки. Отлично. Давай. Воу, а что делать-то? Блин, рано. Меня спалили, да? Начни сначала и танцуй правильно. Хорошо, хорошо. Давай. Спасибо, спасибо, не стоил. Чего, 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 чего? Куда ты меня понёс, блин? Еще? Еще раз танцевать? Господи. А, я неправильно все сделал. Ай-яй-яй. Да хорошо, хорошо, давай, 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 давай. Сейчас танцуем. Да давай, давай, я понял. Все, все, сейчас все будет. Так, 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 так. Итак, профессионал. Про. Так, все, да? Да блин, еще руки танцевать. Заколебали, я не умею. Воу, 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 нифига себе комбо. Блин. Рано. Ну такие комбинюшечки какие-то прям. Блин, ничего себе, это быстро. Это нифига не прикольно. Так, так, так. Так, так, так. Так. Так, 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 так. Еее! Вообще просто супер.
Все, отвали. Да ладно. Да ты серьезно? Еще? О, господи! Блин, вот это вообще это несправедливости какие-то. Спасибо, пацаны. Отлично. Так, а что за кнопка? И что я сделал? Так, а новичку как-то. Блин, подожди, нам. А зачем нам вот это? А, нам надо овечек таскать сюда будет. Мне надо вернуться назад сначала. Нормально. Блин, а как же нам ее протащить тогда? Нет, ну у нас точно сейчас никак не получится ее пронести туда. Давайте тогда туда сразу пойдем, куда нам путь открылся. Там уже будем разбираться. Блин, вот этот танец, это, конечно, прикольно, прикольно они сделали. Так. Что у нас тут? Робот, да? Отлично, нам нужен пульт. Ну, давай переоденемся все же. Так вот, пульт. Шикарно. Ага, нам туда робота надо запулить, понял. Так, а кнопочка какая-то. Так, поднимает лифт. Да, подожди. Нет. Как? Так, вон там у нас овцы. Ладно, берем робота и запуливаем туда. Скорее всего, так оно и должно быть. Так. Так. Отлично. Теперь нам надо его включить. Проделать. Нам ее надо. Так, все понял. Берем салат. Так вот теперь незначай лежит. Давай, пошли. Давай, пошли, Речи, хватит спать. Пошли, блин. Все, давай, сюда. За мной. Так. Отлично. Подожди. Надо положить, да, что ли? Не, а как? О, все отлично. Бежим туда теперь. Включаем. Эй, ты потерялась там, овца. Блин. Господи. Нам надо его обратно запуливать, что ли? Зачем я спрыгнул-то? Ай, господи. Блин. Отлично.
нам палиться никак нельзя. За мной, братва. Где она? Че, упала? Она упала. А так должно быть? Как она могла упасть? Господи, как? Ну, ладно. По идее, мы должны были нажать какую-то кнопочку. Наверное. А, короче, ладно. Не будем разбираться, что мы должны были сделать. Понесли туда овечку. Я же без костюма, да? Плохо, пацаны, да, вообще? Что со мной делать будут? Господи, а я что-то не видел тут такого. Посадили! Меня! Меня посадили? Так, и там призрак за нами наблюдает. Окей. За мной уже выехали. Блин, камера типа. Они же не увидят маленького робота. Ха. Так, тихо, тихо. О, опускай, опускай. Что? Погоди. Надо за всё сгонять. За надувной затой. Может, её на кнопку поставить, типа. А роботом что-нибудь другое. Воу. Воу. Надеюсь, он её поднимет. Или нет. Он её не поднимет. Вообще никак. Зачем я ее надувал? Блин, меня дальше шандарахнуло. Вон он, ключ. Так. А у меня есть еще одна овца? Ух ты. Ничего себе. Все, кажется, я понял. Блин, надо еще разочек проиграть, чтобы у меня она была. Так, это я понял. Ее использовать сейчас не надо. Все, она пускай есть. Сейчас мы роботом попытаемся взять ключ и освободить волчонка. А кто вот это, где он находится, интересно? Страшно, как он там делает. А как... Бляха-муха. Так, ну... А, все верно. Да. Так. Едем. О. Как-то лучше.
дальше. Ай, стой, погоди. Блин. О. Подожди, что случилось? Где мой волк вообще? Игра зависла. Ясно. Ну, ничего страшного, игра старая, понять можно. Ладно. Ну, принцип понятен. То есть там нажимаем кнопку, и она едет наверх. Да, здесь играю как-то вообще пипец, короче. Так. Сейчас, блин, я даже не знаю, как я что делаю. Ладно. Ладно. Хорошо. Пусть оно будет так. Так, погоди. У меня костюм. Так, все понятно, понятно. Понял. Назад меня, да? Так. Да блин, развернись же ты камеру, а. Нам нужно подменить овечку, блин. Опа. Так, 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 так. Опа. Так, 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 давай, давай. Давай, 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 давай. Оп. Тихо. Нам нужно ее надуть. Тихо. Блин. Да разверну. Ну, не получилось, да? Значит, не так как-то делать это все надо. А как иначе? А куда он салат дел? Кстати, кстати, где мой салат? Робот, куда ты ж дел салат? Где он может быть? Вон там, да? Так.
Да блин, да как же... Ладно. Нам нужен салат-то или нет? Каковичку нам забрать? Да, нам нужен салат, короче, я понял. И, кажись, робот ее туда уведет, получается. Нам надо пройти туда тогда. Сейчас мы попробуем роботом увести ее, если получится. Не знаю, сейчас глянем. Блин, да ёпта, рано. Тень сюда, заходи быстрее. Отлично. Так, ну и так вот по уголкам пошаримся. Сначала. Как? Что нам делать? Так, ну окей, надули мы ее. Подожди, чё? Ой, как лагать начало. Thank you.
Погоди, блин. О, господи, вот это... Это пипец, короче. Просто пипец. Это... Все элементарно делается. Иди сюда. Ну а чё иди сюда? Теперь уж так. Это же элементарно, Ватсон. Ёптынь. Так, так. Вы меня заметили так? Нет. Я ж потяни, да? Нормач. Нормач. Я же был в шайке от этого. Опа! Привет. Иди сюда, ёптать. Да. Рыбата. Эй, парень, хочешь нас поднять? О, господи. Чё? Блин. И как мне спрыгнуть теперь? Что вы меня не заметили? Иди сюда, прыгала. И тем временем у нас остается 4 овцы. Пляж. Следующая серия будет на каком-то пляжу. Так, ну и на этом 7 серия закончена. С вами был Женек. Надеюсь, вам нравится это прохождение. Всего доброго, до встречи.